над моей деревней выполнялись учебно-тренировочные полеты из Липецкого авиацентра. Я постоянно это наблюдал, видел и хотел попасть в летную среду, готовился к этому очень долго. И поступил в училище, стал летчиком. Я вылетел на боевом самолете, на МиГ-29. Это буря эмоций, непередаваемые ощущения. Очень такой впечатлительный момент жизни, который я никогда не забуду. Наверное, все любимые каждым летчиком. Но для меня, так как я летаю на МиГ-29, он является самым любимым, самым дорогим, наверное, сердцу. Потому что это был первый боевой самолет. Этот самолет, он еще много он меня может чему научить. В какой-то момент времени, наверное, приходит такая мысль, что он не просто бездушная машина, которая выполняет твои приказы. У него есть характер, наверное, свой. Поэтому нельзя относиться к нему как к груди металла, который выполняет прихоть человека. Он что-то больше, чем просто конструкция. Летчик, независимо от профессии, от звания, если он влюблен в небо, то сколько бы полетов он ни сделал, каждый полет для него это радость, это счастье, это огромное удовлетворение. Потому что это идет процесс совершенствования, которому нет предела. Оно очень заманчиво, оно очень интересно. Мы ждем что-то нового, чего-то нового от самолетов, от себя. В полете эмоциям некогда проявляться. А когда вылез из самолета, вот здесь вот накрывает волна. Ну, это вот радость, это гордость за себя, то, что получилось, да, эту машину, которая весит немало. Поднял в воздух, посадил ее, выполнил задание, которое планировал выполнить. Кто имеет превосходство в воздухе, тот имеет превосходство везде.